What the fuck, вот это да! Вот это я финт сделал, ребята! Ой-ой-ой-ой, минус пацан. Минус пацан. Наши выигрывают, ребята, голубые побеждают, ёптить. Никогда не думал, что такое скажу. Всем доброго негра, с вами Филиппин, Такс, Куфи и Шиморо. Доброго белого, ребят. Всем привет, друзья. Всем привет, я пацаны и девчонки. Девчонки? Серьезно? А чё, конечно. А чё ты думал? Девочек не смотрят тебя, что ли? Женская аудитория на общий канал, как бы вот, поэтому нормально. Добавляйтесь, пожалуйста, друзья, только не фейки, только не фейки. Подожди, чё я за говно взял? Ребята, чё за говно? Что начинается-то? О, господи! Так, подожди, я вылезу, чё-то мне повезло, ребята, больше всех, видимо, да? Твой спичи, Шимор, ты интересуешься, что можно делать внизу, да? Да. Можно поиграть. Ну, наш разговор — это особый язык, и называется он как? Давайте, Фили Такса Шимаков. От Фили Такса Шимаков, а получили Тумаков, блин. Да, Тумаков. Мы реально словили Тумаков. Словили Тумаков. А там, посмотрите, пацаны-то бьются до конца, ёпта. Да-да, борьба просто. Тут Ваяков какой-то, блин, пытается задавить мистера Твистера. Пацаны. Раз, два, три, Лёша, отсоси. Вот такие дела. Нет, вот, ребята, он сейчас хотел меня сглазить, но я на оранжевой тачке сейчас самый... Сглазить. Сука, этой фразой могу сглазить, Лёха. Так, я возьму ржавое ведро. Нет, лучше взять, наверное, такую тачку, как у меня, это Феникс. А Максиму просто хорошо. Вот мне вот это нравится. Ой, Феникс, здорово. Мне вот это нравится. Короче, пацаны, я влетаю в эту дырку. Нигеров-то деревни не называют. Чувак улетел, твою мать, просто. Я уже внутри, ребята! Черт подери, чувак. Я тоже присутствую, я хочу. Посмотри, когда ты первый раз играешь в дерби. Я уже внутри. Тут первый, тот момент, когда ты первый раз в женщине. Лабана, кофе, не трогай меня, это же я! Ребята, мою шутку не шут, нет. Не буду. Ребята, у нас три команды. У нас три команды, да, и здесь мирный пацан подлетел, сука, дико. Вы меня вообще не слушаете. И когда Шима рассказал, что я уже внутри, я сказал, типа, тот момент, когда ты первый раз в жизни. Когда ты ударение начнешь правильно ставить? Шимора! Ударение? Я в школе не проходил эту тему, извините, ребят, я ушел после какого класса. Просто. Ой, ребята, замес жесткий. Надо вытолкать, значит, пацанов всех остальных, да, то есть плохих. Да. Это самое опасное дерби, которое я когда-либо видел. Так, подождите, а свою команду нельзя дрючить, правильно? Мы вот голубые. Кто со мной голубой? Вы видите, как они. Шимора не готова. Я подожди. Так, мы голубые. Ты тоже голубой, Такс? Я оранжевый. У нас только если голубой в команде, то он Олег, в принципе. Макс. А ты? Я оранжевый! А чё, я один голубой, что ли, блин? Сука. И меня скинули. У нас, Максим, с тобой оранжевая революция. Так, а зеленых тогда давайте дрючить, если мы оранжевые и голубые с вами. Я сейчас, знаете, куда залезу? Я вперед не могу ехать, ребята! Шимора, здорово. Держите меня! Я залез на тупую, господи, на тупой кран, нахрен. Так, Макс, это ты, да? Я тебя не трогаю. Все, давай зеленого дрючить. Я помогу. Зелененькое. Да, давай зеленый. Я наверх не могу забраться. Да. Сука, это жесть. Дело интересно. Ой-ой-ой-ой-ой, какая... Ау! Сука. Ну давай лезь. Ты упал? Ребята, а чего вы мне не сказали, что здесь такая жесть творится? Ой, нифига себе. Адское порево. Адское. Я сдох. Макс! Бандит. Так, а меня пытаются выкинуть все, твои товарищи. Братаны, пацаны. Дичь какая. Слушайте, а мне нравится. Джи, вот это, братух. Альтуха. О, хорошо. Олег? Макс, я обратно. Олег? Я умер уже. Я уже умер. А вы... Хорошо, я продолжаю. Умер, обычно так. Я продолжаю биться. Ах ты, сука. Макс, давай вот этих зеленых дрючить. Так они вот меня сжали. Давай. Не надо ко мне жопой так близко. Давай вот лучше передам. Сука, угар. Опа! Макс, нет, прости! Нормально, живи. Life, I'm alive. Давай вот этих дрючить, которые не наши-то. Это разгончик, братишка. Я сейчас буду твоего товарища дрюкать, оранжевого. Я сейчас думал, Максиму катится просто вниз. Если сейчас так произойдет, я буду просто угорать. А так, зеленый и оранжевый. Писать в комментариях под его роликом, что... Что? Да нет, я не буду. Что Максим в дырке? Ой, Максим, прости, пожалуйста. Ой, как больно. Сука, что с моей машиной? Это кусок говна, а не автомобиль. Пролетел в дырочку. Я горю, пацаны! Что делать? Умирать? В смысле? Подожди. Ну больше у тебя как вариант. А я могу сейчас выгнать кого-нибудь из чужой тачки и забрать его машину? А мне показалось, что сесть. Порой убивай, как говорится, это же GTA, welcome. А, сука!
GTA Welcome — это новый вид, типа русский город GTA Welcome. Ребята, а чего это так случилось-то? Ну а мы продолжаем, дорогие друзья, наше улетное дерби. Это просто невероятно. Давайте падать в дырки, друзья. Я говори, Олег говори. Мне это нравится, слушайте, падать. Так, давайте я возьму что-нибудь попроще. Да, попроще взяли. Не, я возьму вот все-таки вот этот большой деревенский такой чистый джип. Или деревенский. А кто со мной сел, какой-то пацан? Креднок. О, со мной пацан сидит. Только прикол в том, что я боюсь прыгать туда. Максим, я, ты сам знаешь, с парковкой дела не очень обстоят сегодня. Ты просто с чем? Я знаю всегда. С чем? С парковкой. Я хотел припарковаться, как в фильме. Он ЦП. Опа. Кофе, аккуратно. О, здорово, а что ты с чуваком? У вас да, там, типа, со мной чувак, мы вместе работаем. Тимплей у вас там, да? Да, тимплей. Он координатор, тормоз, сука. Тормоз, держи тормоз. Кто? Так, хорошо. Пожалуйста, не толкайся. Лерой, пожалуйста. Лерой столкнул, сука. Иди вниз, га. Нефиг меня толкать. Меня изнасиловали, господи. Нет, пожалуйста. Нет. Меня жмут. Пацаны, все, Настя. Меня жмут. Меня жмут. Я сделал только что сальтуху. Меня плотно Норман. Делают, ребята. А, нет! О, господи, кто вылетел? Нет! Ну, живите! Он передо мной вылетел. Ни хрена там точка летит, это кто там такой? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какая жесткая дичь, ребята, происходит. Сейчас я столкну голубых. Ой-ой-ой, я выжил, господи. Против голубых, сука, на тебе! Вот так вот, дорогой! Как я выжил, сука? Да, я тебя убью, чувак, да, мы его задавили. Он еще живой. Как он еще живой? Лёха, аккуратно. Ребята, а вы какие зеленые, что-то не пойму ни хрена. Кофе, живи! Прости, кофе! Я не хотел! Кофе, я хотел тебе помочь! Я уже снес одного красавчика! Как же так, Шимур? Братан, отвечаю, я увидел, что это кофе. Отлично, я с одним разобрался. Ребят, кто живой, кто мертвый? Что это за боярка такая? Простишь меня, надеюсь. Да, прощай. Держись, пожалуйста. Мистер Твистер. Бля, я выжил. Ну как он убил меня? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чувак замортовал меня, понятно. Надо голубых, ребята, очистить от голубых, а то эту поле, эту территорию. Надо замортовать этого чувака. Иди сюда, иди. Come on, бейба, come here. А чё у вас там за пати, чё не позвали, ёпта? Пати у Децла на квадрате, на хате. Но мы тусуем дальше. Ой-ой-ой, как больно! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, нихера себе винтом! Ребята, мне так нравится это. Я знаю, что с тобой сделать, чувак. Я столкну тебя. Такс, а ты голубой сейчас? Жизнь. Давай. Такс, ты какой? Горит. Тормози нахрен, тормози, сука, тормози. Ой-ой-ой, у меня полмашины, сука, нет. Что это за ад? Лёша скатился. Я на каком-то говне еду, ребята, это больше не автомобиль. Сейчас поднимусь обратно. Как? Ребята. Что? Видишь, я поднимаюсь. Ну что за говно у меня? Я не знаю, на чем я еду. Это не машина, это кусок говна теперь. Ребята, вот я как русский человек, я должен с кем-то подраться, а я вижу цель. Где ты видишь цель? Деревенщина, иди сюда. Так, как у тебя здесь ник-то? Я не могу понять, я тебя не вижу. Так, спойся, он внизу, конечно, ты его не видишь. А, ёпта! Как ты говорил, неудачники падают в дырку? Нет, почему удачники? А мы до сих пор бьемся. Ну что, я даже ни с кем не подрался, ну хотя бы дверь от машины-то смогу поднять. Так, тихо, мне факью показывают, вы представляете, какая-то сука в зеленом автомобиле показывает мне фак. Шмор, а почему ты со своей подругой там какой-то катаешь? Она съела сразу ко мне. Я с девчонкой, а вы без, ёпта. А не это, да? Я напоследок там сделал свое дело. Я видел, Леша. Так, тихо, ребята, мне нужно зеленого вот этого скинуть, бомжа. Сука. На белом унитазе я сижу. Сука, давай врезай. Почему я они... Я ломаю. Ах ты, сука, как мне... А можно машину поменять во время поездки? Во время поездки нахрен. Ну, ребята, блин. Ну, у тебя диалект вообще. Диалог. Ёптам. Ой-ой-ой, меня перевернули, меня перекрутили, сука. Деньги валяются. Бля! Просто... О, да ты рикошетная это. Деньги. У меня машина горит. Короче, в жопу я вылазю и другую беру тачку. Время, деньги, пацаны, там валяют. Да я понимаю, да. Все, я вот в эту сажусь, говно. А я не могу в говно другое сесть. Так, сейчас вот это. Говно. Ах ты, сука! Так, нет, это уже мертвый. Как вот этого вытащить? Сука. Твистер, здорово, ну-ка сейчас посмотрим. Давай, ёпта, блин! Ты и я! Ах ты, тварь! Смейся, Олег, теперь гыр-гыр. Раз, два. Пацаны, новый раунд у нас, и мы сейчас в Дэдпул продолжаем играть. Гыр-гыр. Ёжик. Гыр-гыр. Ёжик. Гыр-гыр. Все, хватит. Во мне появился ёжик. О, господи, да. А почему не начинается ни хрена? Мне кажется, игра... А что не начинается? Все начинается.
Шимора, Шимора! Шимора! И погнали! Короче, сейчас, блин, кто не в моей команде, сука, я уже вижу, что... Не написано, что ж твоя... Нет, сейчас, не сбейте сейчас, меня, сейчас, пожалуйста, сейчас. Я вас умоляю, я вас прошу! Так, о господи, наша команда вообще не может разъехаться, ёптить! Что? Нифига, сука! Что за фигня? Че? Так, 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 наблюдаем, 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 ребята, я пока выжидаю. Вывалился. А что, Макс, как в нашей команде? А ты с нами был всегда, да? Да то что, серьезно, что ли, Леша? Ой. Поехали. Так, минус один. Вот так вот хорошо, зажди, заехал. Ёпта, ребята. Какая дичь. Какая дичь, ребята, сейчас происходит. Да меня толкает, Леха, спасай. Так, вижу Такса, вижу Такса. Сейчас Такс на винт наезжает, смотрите, дорогие друзья. Сейчас Такс на винт наезжает. Ах ты какой, блин, а нет, наехал. Я сальтуху сделал, нет, держусь. Нет! Сука! Пожалуйста, не на винт, ну прощу! Дорогие друзья, мы продолжаем наше убойное дерби! Все готовы? Я так, что мне показалось на какой-то момент, что мы вот серию начали, я хотел сказать всем привет, но... Да, на самом деле мы просто перезапустили миссию. Да-да-да. Мы перезапустили миссию, свои взгляды на жизнь. Перезапустили? Не помог? Тебя выкинули? Я снова с девушкой, а вы одинокие, ёпты. Ну ёпчик! Ну как так? Ну всё, жизнь. Ах ты сука! Вот чувак стоит. О, Шимора, извини! Нет, Макс! Ах ты, сука, что как... Что за стиль сейчас был там? Ах ты! Шимора! Ёпта, бля! Нет! Вот, ребята, слушайте меня все, от Филиппина не ожидал, ёпта, бля. Я случайно, братан! Ты когда? Ты что творишь? Мило! Господи, нам нужно добраться сейчас, придется наверх или... Так идеально приземлился! Ёлки-палки! Я с Лёхой! Просто жесть! То есть Олег-то у нас против нас уже стал, да? А я не знаю, но само распределилось, видишь? Я чё, то есть единственный, кто в моей команде, это мой любимый Максим. Черт подери, мой любимый Максим. Он взял меня, подтолкнул, понимаете? Я был на краю пропасти, он меня подтолкнул. Я тебе ревнуй, не ревнуй. Братан, ты упал? Нет. О, как он подлетел так? О, господи, там машины вылетают, какой я творится. Твою мать! Это же Юрка, Шатунов, давай падай. На танцующих хотят быть похожими, хотят. Дэдпул! Дэдпул! Так, что, команду, вы что, за голубых? Ребят, если вас еще не задолбали всякие посты на стенах на чужих про Дэдпула, мы вас точно заколебаем сегодня. Братан, дай машину. Да куда ты, сука, едешь, права купил? Кто это? О, давай! Подожди, кофе, это ты? Ну, пожалуйста. Просто, ребята, долго застопорили вот так вот. Слушайте, разобрали все нормальные тачки, что мне делать? Разобрали, на разборку увезли, да, это продавать? Боже мой, что же делать-то? Гриня. А где вообще все ездят? Я не вижу никого. Оба, сейчас буду отжимать, сука. Правильно, вот это мне. Лёха, здорово. Ой-ой-ой, там кто-то отлетает, ребята, все, начали. Здоровки, Олег. Ну что это за машина, блядь? А-а-а, куда ты поехал? Так, хорошо. Чё это за хорошо, машина? Ребята. Бум. Так. Я сейчас кофе аккуратно, это я меня. А тут Такс пристроился. Я не могу, у меня скорость есть. Олег. Я уже поджимаю. Я не поеду туда. Такс, хочешь веселье? О, хочу. Давай повеселимся. А ты у нас опять голубенький. Да, сейчас. Слушай, нихера ты на массе вообще, ты чё, блин, жрал там? Я вообще-то. Ну, на самый минус в том, что я могу. Бля. Да, ты упадешь. Нет. Да. Да. Подвин! Стой, ты сюда! Всех просто развалил. Так, так, хорош, ребята, уходит. Там еще Максим. Я жив еще как-то тут. Да, Макс. Да, Макс, я помню прошлый раунд, Максим. Как? Я что, своего, что ли, тимкинул? Да. Бляха-муха. О, господи, что это творится? Такс, не надо! Под винт меня, окей. Посмотрите. Окей. Шимор, здорово. Здорово, ребята, пацаны. Аккуратно, пожалуйста. Здорово, Максим. Здорово. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как больно тебе, Максим. Ой-о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 й. Стопупочка такая, нихер. Вы издеваетесь, меня, знаете, унесло в маленькую. Господи, что творится-то, сука. Нет, маленькую щелку унесло, что такая маленькая щелка, Шпилечка, шпилечка, вы что? Вот так вот, нифига здесь все разгоняются, просто дичь какая-то, ребята, тут творится. Тут драка, тут дичь. Да, жесткая просто. Краха или что? Кого Баха слушаешь? Краха. А почему меня зовут? What the fuck, вот это да! Вот это я финт сделал, ребята! Ой-ой-ой-ой, минус пацан. Наши выигрывают, ребята, голубые побеждают, ёптить, никогда не думал, что такое скажу. Свои... Так, а где вы все?
Мы внизу, братан, давай к нам. Не-не-не, я сейчас побеждать буду, ёпти. Ты, сука, взяли. Я-то побеждать сюда пришел. Головой насильнику, мужики. Ой-ой-ой, вон то, вот того оранжевого сейчас будем дрючить, сука. Давай, оранжевый. Сучечка. Главное сделать момент, поймать момент, это селфи. На превьюшку, да, зафоткать. Бля, а чё они уезжают все от меня? А представляешь, Максим, не было бы возможности нажимать F1, и превьюшки бы мы делали с телефона, знаешь, посреди игры. Сейчас сфоткаем, пацаны. Ребята, а нахера наверх забираются другие ребята? Вопрос. Это наблюдатели. Не, они на машинах заезжают. Вот мы сейчас вдвоем, два голубых, стоим. Ах ты, красавец! Макс, ты вот на желтый экран залезть, кстати. Вот это прыжок! Вот это! Спрыгиваю! Парашют! Сука, где? Бля! Нет парашюта, братан. Ты что-то тут подумал. Что-то не то. А, кстати, было бы круто, если парашюта давали рядом. Меня размозжило, бля, об асфальте. Такого давно в GTA не видел. В общем, дорогие друзья, надеюсь, вам понравилась серия. Сегодня было... Надеешься? Редко. Она по-любому понравилась. Да. Много мяса. Нас было четверо. Их звали Филиппин, Такс, Кофе и Шиморо. Ссылочки на нас в описании. Подписывайтесь, если вы... О, да, пока. Подписывайтесь, да. Да, друзья, полностью. И не забывайте ставить лайки, оставлять лайки, рассказывать друзьям. Естественно, поделиться видео, это самое важное, дорогие друзья. Спасибо всем. Лайк за дыхово. Всем пока. Всем пока.